готовим, пиздим, унижаем, и они потом показывают результаты. По факту ты сейчас, я думаю, занял первое место в категории в абсолютном первенстве. Есть удовлетворение, довольство своим выступлением? Конечно. То есть то, что я победил, думаю, мне это очень по душе. Вот. То, что не улучшил результат, не по душе. Вот. Ну ничего страшного. Так, Александр, а скажи, пожалуйста, как тебе свое выступление? Доволен ли ты? Да, доволен. Я, можно сказать, выполнил даже больше того, что я хотел. Я хотел пожать 212,5, снять абсолютный рекорд среди ветеранов. 225 пожал в категории 90. Не лучший результат, но позволил мне в абсолютке по ветеранам стать первым и третье место в абсолютном первенстве в Open. Ну, насколько я понимаю, вчера ты немножко, ну, ожидал меньшего, а сегодня перевыполнил и показал больший результат. Как так получилось? Ну, мне всегда вот в Кривом Роге, я как еще говорил, мне нравится выступать. Сам помост, выступление, зрители, шикарное оборудование, все. Просто сама атмосфера, она позволяет действительно устанавливать результаты, уже близкие к рекордам. Так, рядом со мной девушка Аня, это один из зрителей соревнований. Аня, скажи, пожалуйста, как тебе вообще зрелище, понравилось ли тебе здесь на соревнованиях, и как тебе результаты, которые ты увидела? Мне очень понравилось, я впервые на таком, поэтому эмоций куча, вообще спортсмены молодцы, такие веса подняли, пожали, в общем, мне понравилось все. Ты сама спортом занимаешься? Да, я занимаюсь, вот только начала, полгода занимаюсь, тоже, кстати, жимом, поэтому хочу добиться тоже высоких результатов. Вот у нас Кривой Рог такой город, что куда ни ткни, везде либо жимовик, либо пауэрлифтер. Ну и дальше планируешь сама участвовать в соревнованиях? Ну да, подготовлюсь и буду выступать, надеюсь, если у меня получится, тянусь к этому. Ну, желаем тебе удачи и легкой штанги. Спасибо, спасибо. Скажи, пожалуйста, тяжело вот так вот одновременно и организаторские способности совмещать, и выступать самому? Ну, я не могу сказать прям вот так тяжело. Главное – желание. Плюс подогревает к этому всему интерес, что ты делаешь что-то для людей. Ну, организация. Судить, наверное, не мне, как организатору. Я думаю, потом в интернете дадут оценку нашему, так сказать, действию этому. Ну, а я надеюсь, что спортсменам понравится
помост и получат массу эмоций и покажут хорошие результаты. Скажи, пожалуйста, Влад, как тебе твое выступление? Ты доволен результатом? Ну, результатом, конечно, доволен. План выполнен на 100%. Ну, тобой и Русланом, моим тренером, была поставлена задача 365 вторым подходом, с которой успешно справились. В принципе, большего желать на данный момент и не нужно.